Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Друзья, сегодня хочу поделиться семейным рецептом приготовления блинчиков. Подойдет как для начинающих, так и для профессионалов. Такие блинчики получаются всегда. Если у вас даже никогда не получались, эти блинчики получатся реально у всех. Друзья, начинаем готовить. Следим за тем, что я делаю, за тем, что я говорю. И, конечно, у вас все получится. Поехали! Берем глубокую миску и отправляю в нее комнатной температуры 3 яйца. Полторы столовые ложки сахара. Пол чайной ложки соли. И с помощью венчика взбиваем до пенообразования. Достаточно. Все буду мерить одной чашкой. Отправляю чашку молока. Теперь нам понадобится 1,5 чашки муки. Точно такая же чашка. Добавляю постепенно. И венчиком опять же перемешиваю. Осталось хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Теперь добавляю еще чашку молока. Перемешиваем. Три столовые ложки растительного масла. Снова перемешиваем. И 1 чашку кипяченой воды. Мелкой струйкой наливаем и все время венчиком перемешиваем. Завариваем. Завариваем наше тесто. Тогда оно получается идеальным. Сразу кажется, что оно очень жидкое и хочется добавить муки. Ни в коем случае ничего не добавляйте. Дайте 10 минут настояться и можно приступать жарить. Берем сковородку, наливая в нее буквально пару капель растительного масла. Только один раз. Хорошо смазываю, отправляю на огонь. Хорошо нагреваем сковородку и отправляем первую порцию жарить блин. Бывает такое, что первый блин комом, как говорится, но второй сразу получается идеально. Прежде чем как отправить первую порцию на сковородку жарить, обязательно сделайте 2-3 оборота так половником, как будто перемешайте. Набираем и отправляем в сковородку. Знаете, есть хозяйки, жарят блины с 2 сторон. Я никогда не жарю их с 2 сторон. С одной стороны обжариваю до готовности и отправляю в тарелку. Ну вот и все, друзья. Блины готовы. Очень вкусные, ароматные и нежные. Ну просто обалденные и шикарные. И порция получается такая отличная. Примерно 35-40 блинов у нас получается. Друзья, готовьте вместе со мной. Такие блины всегда у вас получатся. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь до следующего вкусного рецепта. Всем пока.